Потом Иисус сказал ученикам Своим: «Вот почему я говорю вам, не тревожьтесь о повседневной жизни вашей, что будете вы есть и будет ли у вас одежда для тела. Ведь жизнь – это больше, чем пища, и тело не больше ли, чем одежда? Посмотрите на воронов. Не сеют они и не жнут. У них нет ни хранилищ, ни житниц. Бог их питает. Насколько же вы дороже для Бога, чем птицы? И кто из вас при всем своем беспокойстве может продлить свою жизнь хотя бы на час? Если вы даже малого сделать не можете, так зачем же беспокоиться об остальном? Посмотрите на лилии, как они растут. Не трудятся они, не придут. Но я говорю вам, даже Соломон во всей своей славе не одевался так, как любая из них. Если даже траву на поле, которая сегодня есть, а завтра сгорит в огне, Бог так одевает, то тем более Он позаботится о вас, маловеры. Так пусть же заботы о том, что вам есть и что пить, не поглощают вас и не беспокоят. Ибо этим заняты все помыслы язычников, людей мира сего. А ваш Отец знает, что вы нуждаетесь в этом. Ищите же Царство Его, и все остальное вам также будет дано».